Привет всем зрителям и подписчикам. Сегодня будем делать из вот такой вот невзрачной заготовки красивый браслет. Посмотрим, что получится. А сейчас поехали. Итак, начинаем с того, что браслет нужно разделить на части. Для этого я буду использовать вот такой вот топорик для рубки мяса, потому что мне он нравится. Делю я его, потому что браслет очень узкий, и пусть у меня не такая тонкая рука, как у женщин, но все равно он слишком узкий. И в прямом форм-факторе, так сказать, вот в таком, он на руку просто не налезет. Только если на руку ребенка. Так что делим. Вот у нас получились 4 вот такие вот части. Теперь нам надо их обработать. Итак, я сделал грубую обработку наших кусочков на бормашине за кадром. Ну, то есть один кусочек я показал, а потом ушел в ванную, чтобы сильно не пылить, потому что от бормашины с наждачкой очень много пыли, мелких вот этих вот опилок. Итак, более, так сказать, красивую обработку мы делаем на наших любимых шлифовальных абразивных губках. Итак, отлично, наши кусочки обработаны. Получились такие большие бусины, из которых будет состоять браслет. Наши элементы получились немного разного размера, но в этом нет ничего страшного. И сейчас я займусь тем, что нанесу рисунок на наши вот эти вот элементы. Я уже представил себе, что вот этот элемент будет таким центральным. Ну, художник я не ахти, но как получилось. Посмотрим, что будет в итоге. Так. Вот так вот. На остальные элементы я нанесу рисунок без записи, чтобы не было очень длинно. Так, я нанес рисунок. То есть получилось нечто такое. То есть вот так вот выглядит задняя и боковая часть браслета, так, и вот так вот передняя. Ну, то есть вот как-то так оно все будет. И что ж, приступим к резьбе. Для такой мелкой резьбы я буду использовать вот такие вот маленькие японские стамесочки. Итак, начнем. В небе бескрайнем гроза собиралась, дорогой застигнув тебя одного. Темные тучи клубятся, сгущаясь, вот и уже над твоей головой. И проникают все глубже под кожу, и оседают в твоей груди. Сил уже нет, но подняться ты сможешь. Встань и иди. Мы выгоним тучи из легких, делаем солнце и сердце, мы снова восстанем из мертвых и вспомним запахи детства. Мы
мы выгоним тучи из легких, мы сделаем солнце из сердца, мы снова восстанем из мертвых и вспомним запахи детства. Глаза на безоблачном небе, солнце видны золотые лучи. Новый рассвет — это наша победа, силы вернулись и сердце стучит. Мы выгнали тучи из легких, мы сделали солнце из сердца. Мы словно восстали из мертвых и вспомнили запахи детства. Мы выгнали тучи из легких, мы сделали солнце из сердца. Мы словно восстали из мертвых и вспомнили запахи детства. Мы выгнали тучи из легких, мы сделали солнце из сердца, мы словно восстали из мертвых и вспомнили запахи детства. Вот такая вот получилась деталька, простенький рисунок, но достаточный для браслета. Мне нравится.
А вторая деталька получилась вот такая вот. В принципе, вполне неплохо. Это, по идее, должна быть часть браслета, которая находится сзади. Вот так вот все это выглядит вместе. Я еще подумаю, как это скомпоновать, в какую сторону будут листочки. Но это потом. В общем, первая часть на этом завершается. Чтобы посмотреть, чем все закончилось, какой получился браслет, жми вот сюда, вот в аннотацию. Ссылка будет чуть позже. А пока все. Спасибо Михею за музыку. Он разрешил мне ее использовать. Он молодец. Все, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно. Всем пока!